Привет, минархисты, либертарианцы. Обзор джина, Лондон джин, Джей Логанс оригинал. Ну, как я понимаю, это недорогой джин. Стоит он около 700 рублей. 700 грамм, 38%. Ну, вы можете посмотреть, сейчас я скажу тогда производителя, изготовитель Polini Group Италия. Готовлен в Италии из спиртов, произведенных в Великобритании. Вода, спирт высшей очистки, ароматный спирт ягод можжевельника с добавлением экстрактов кориандра, цедры, апельсина, лимона, корицы, лакрицы и дудника. Зашибись. Ну, нормальный, как бы, нормальный джин. Не тысячи джинов я пробовал, но есть и недостатки. 213 килокалорий. Фига себе, он калорийный. На самом деле, горький вкус есть. Как не разбавляй тоником, я пытался разбавить. Горький вкус оставался. Ну, если очень много налить тоника, тогда разбавляется. Поэтому, мне кажется, он не особо качественный джин. Лучше, конечно, чем всякая сраная водка, но не особо качественный. Поэтому больше я его не буду покупать. Лучше что-нибудь другое купить. Иностранное, конечно, но не этот. Это смысл покупать иностранное и горечь пить. Не особо вижу. Так. На этом все. Пока, либертарианцы.